Берем обычную овсяную кашу, геркулес. Посыпаем ее в емкость. Засыпаем горячей водой или обычно холодной и варим. Можно помешивать. Когда каша сварится, то оставляем ее остывать до температуры 60 градусов. Перекладываем ее в другую миску, из которой будем ее употреблять. Берем, температура 43 градуса. Берем обычный йод коричневый, 5%. И добавляем примерно четверть чайной ложки на такую порцию каши. Коричневый йод перемешиваем. С крахмалом он начинает синеть. Из двух валентно превращается в одновалентный. Коричневый йод употреблять внутрь нельзя. Одновалентный он безопасен. Вот такая синяя каша вылечивает герпес.